Сегодня губернатор Сергей Баженов встретился с делегацией Казахстана. Визит гостей проходит в рамках мероприятий по реализации соглашения между правительством Волгоградской области и акиматом Западно-Казахстанской области о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Волгоградский регион и Казахстан не просто соседи, отметил в начале встречи губернатор Сергей Баженов. Это практически одна семья. Так, например, Россия и Казахстан состоят в таможенном союзе. И максимальное использование возможностей единого экономического пространства должно стать основой сотрудничества сторон. Понимая, что сегодня таможенный союз, экономика открыта, мы будем делать максимум, чтобы нашим партнерам из Казахстана здесь было комфортно. И уверен, что нашему бизнесу будет также комфортно в Казахстане. Уверен, что данная встреча даст новый импульс, толчок к развитию, углублению связи, которая на сегодняшний день имеется. Мы обязаны, должны использовать весь потенциал, который у нас имеется по взаимоотношению, по взаимному обмену торговой, экономической, культурной и других гуманитарных связей. У нас взаимоотношения не сегодня закладываются, эти взаимоотношения есть, были и уверен, что будут. И как у соседей, у нас много общего. Сельское хозяйство, промышленность, жилищное строительство, туризм – это как раз те отрасли, развитие которых сегодня необходимо как западно-казахстанскому региону, так и Волгоградской области. И делать это необходимо на взаимовыгодных условиях. Протокол мероприятий по реализации соглашения между двумя сторонами и был подписан в ходе нынешней встречи. И, как заверили ее участники, сотрудничество между регионами будет продолжаться. На весну будущего года запланирован визит волгоградской делегации в Казахстан.